Виктория пришла в зал 5 лет назад просто за компанию с подругой, а потом задалась целью стать мастером спорта России. Сегодня девушка ставит новую задачу – стать мастером спорта международного класса. А для этого поднять придется минимум в 1,5 раза больше. Ее личный рекорд – 160 килограммов в сумме двоеборья. Хорошо. Сделала почти все, что задумала. Сделала чуть больше в толчке, чем ожидали, и чуть меньше в рывке, чем ожидали. Ну, а в принципе, все хорошо. Тренеры довольны. Девушке удалось улучшить свой собственный результат. В прошлом году на первенстве страны Виктория была лишь 6-й. В этом стала 4-й. Ей удалось взять новую высоту. Большой спорт, говорит девушка, это дисциплина и воспитание. Потом уже сила, характер и все остальное. Выступление было очень хорошим. План был выполнен, поставлен. То есть она выполнила норматив мастера спорта России. Жаль, конечно, что не получилось с призовым местом. Ну, я думаю, у нее все впереди. Была очень тяжелая борьба за 4-е, 3-е, 2-е место. Первое место там был явный лидер. Она победила в первую очередь саму себя, потому что вот те веса, которые она подняла на данных соревнованиях, тем более груз накладывается и перелет в город Выборг, и все-таки первенство страны. И она подняла те веса, которые не поднимала дома никогда на тренировке. В первую очередь, это победа такая заслуженная. И подход этот, в который она вложилась, он завершил, наверное, цикл нашей работы на определенном этапе. Виктор Промиенко поделился и тем, что Викторию отметил главный тренер сборной страны. Девушку пригласили на первенство России среди молодежи, а также на сборы. Раз интерес к спортсменке есть, значит, видны и ее перспективы. Главные победы, отметил тренер спортивной школы, еще впереди.